Во-первых, скрипка – это королева музыкальных инструментов. И мне, я не знаю, почему мне так нравится, но это очень интересный инструмент. Вот таких увлеченных своим делом начинающих музыкантов уже не один год собирает областной фестиваль-конкурс «Волшебные смычки». В Брест талантливые ребята приезжают не только за званиями и медалями. Для них это хорошая возможность рассказать о своей любви к музыке. О том, почему таким непростым инструментом, как скрипка и виолончель, удается покорять человеческие сердца. Они занимаются музыкой, насколько это важно для нас. Мы собрали в этот раз 80 участников против 50, которые посетили нас 2 года назад. Каждых 2 года мы проводим фестиваль. Творчество и музыка в жизни этих ребят играют большое значение. Задача форума – показать, что увлечения детей важны и интересны не только им, но и взрослым. Занимаясь любимым делом, мальчики и девочки не только развиваются сами, но и вносят свой вклад в культурное достижение города и региона. Этот фестиваль проходит в канун тысячелетия города Бреста, и именно этому событию мы посвятили свой фестиваль. Фестиваль проходит при поддержке Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Впервые мы обратились в этот фонд оказать нам помощь и содействие в организации этого фестиваля. И наши сегодняшние лауреаты получат призы именно из фонда Владимира Спивакова. Своеобразным дополнением к программе фестиваля стала выставка продажи изделий ручной работы. Результат творческих усилий мастеров города. Вот делаем изделия из фоамирана. Занимаюсь уже 3 года. С мамой вместе это делаем. Это нам очень нравится. Людям это очень нравится. Это самое главное. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктова».